Приветик, не спящие все остальные любители Ютуба и стримов. Давайте я вам сделаю похуже, чтобы мне было получше. Ну, в смысле, что разверну все это дело на весь экран. По крайней мере, для себя. Так, последний раз я тут занимался, судя по пустому Хексону, ничем. Термин с испанского — это концы. Говорит мне чат. Так что Fear and Hunger, концы, 3, день. Ай, блядь! А чё так громко-то? Извиняюсь. Просто, ну, знаете, стримы, они бывают такими, порой, эксцентричными. Так, сметим локации. Locations. О, Алхимила, том 1. А нахрена она мне нужна? У меня же есть уже и третий том, второго только не хватает. Так, основа алхимии, бла-бла-бла, синий, зеленый, красный, лаванда, рецепты, да-да-да. Это я все прекрасно помню. Стволы. 303. Дробовик. Так, что нарисовать здесь? Вот здесь есть... Я не помню, что тут надо рисовать. Давайте нарисуем вот это. И черт с ним. Все равно рестартится. Не реагирует на рисунок. Ну, значит, он неправильный. Я просто не помню, что надо конкретно рисовать. Здесь мне вроде ничего не надо. Патроны у меня, получается, все есть. В целом, можно, конечно, с пушкой побегать. Все-таки оливка... Оливка женщина сильная, правда, вот лестница — это не ее, но я думаю, она на руках справится. Настолько она сильная женщина. Она может убить одной рукой какого-то монстра из винтовки, сидя в кресле при этом. Представьте всю мощь этой женщины. Кстати, можно сходить в канализацию. Но большого настроения туда идти у меня как-то нет. Так что побегать за оливку. Ну да, ну шутку вы поняли. Маленький ключик. Я думаю, с ней бессмысленно разговаривать. Могу, конечно, монетку ей дать. Хе-хе, держи шиллинг. Так, с бочечки. Игра в рандом продолжается. Блять, нельзя, нельзя. Ни туда, ни сюда нельзя. Хватит звонить. Я скорость! Блять, я застрял. Я скорость! Да, вот так-то лучше. Паприка. Лавендер. Ну, это прекрасно. Нелутабельные бочки, вернее, коробки. А что здесь? Ворота закрыты с той стороны. Ну, оливка не справится с дверью, к сожалению. Тем более, с железной. Она с деревянной-то дверью справиться не может, а тут железная. Бочки пустые. Кто-то до меня здесь все облутал. Может, это был я? Так. Ой. Может, ты пойдешь звонить в другое место, а? Иди отсюда. И чё ты встал? Давай. Я скорость. Эх. Тяжело на колесах-то. Такс. На этот раз пойду направо. Арукас. Арукас. Закрыто. Жалко. Да хорош звонить. Оливия проголодалась. Да нормально, еще потерпишь. О, это же то кафе с бухлищем. Кайфовая. Я запись-то включил, я ж чё, я не дурачок же, да? Вроде нет. 16% нагрузка на ЦП. Хоть пропусков нет. И то хорошо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Всё очень... О, так вот как этот хер плутается. Понятно.
Оказывается, надо не под углом стоять, а прямо смотреть в горшок. Вот тогда он залутается. Талкан. Классический талкан. В первой части только в пати из четырех. Тел смог деревянную дверь вынести силой. Железные двери, видимо, совсем неубиваемые. Я не помню, что было в первой части. Но, по-моему, в первой части можно было как-то с помощью уже прокачанного меча или что-то такое. В общем, уже прокачанным, если прийти, то можно вынести дверь в солянку. Вроде бы, я не помню точно. Давно это слишком было. Так, грёбаные зонтики. Отстань. Перчатки. О, пошли купим себе перчатки. Это не похоже на перчатки. Это похоже на какой-то магазин обуви. Кена? Странный магазинчик. В нем ничего нет вообще. Ну ладно. Мне вообще по сюжету куда? Мне надо вспомнить, что вообще делать. Ну, помимо очевидного, что надо устранить всех конкурентов и так далее. О, пойду сгоняю сюда. Может, тут что есть? Фига, выход. Доктор Кефир. Этого я помню. Масло. А я живой вообще? А я живой вообще? Кайфово. Так, мясной пирог. Почему бы и нет? Ресурсы позволяют, у меня этих мясных пирогов до жопы. Ну, в хорошем смысле. Пивко, спички, 200-миллиметровые патроны. Отлично. Я вспомнил, где я и что делать. Это сраная школа. И там директор, которого хрен убьешь. О. Еще и менты. Блеск. Просто блеск. Фига себе саундтрек. Ну так-то нормальная игра надавала сегодня. Вроде рандом неплохой. Мне нравится. Ну, плюс-минус. Можно, конечно, и лучше. Но в целом неплохо. Ты священника убил? Мужик же две головы просил. Я не помню, какой там мужик две головы просил. Священника? По-моему, да. Я не помню, я пытаюсь сейчас вспомнить, но по-моему священника я кокнул, лесника я кокнул, а что за мужик просил две головы, я не помню. Это там был торговец, который голову коллекционировал, но смысла ему нести две головы дополнительной, по-моему, нет вообще никакого. Дурацкие тени. О, книжная полка. Но тут ничего, к сожалению, ценного нет. Последний фронтир. Херота полнейшая. Человек в мечтах. Флайер. Херота. Или во сне. Скорее всего, во сне. Спички. Школьники носили красную траву, спички. Чего они только в своих шкафчиках не хранили. Дикие школьники. Все закрыто. Я так не играю. Нос чешется. Ой-ой-ой. Да как ты меня поймала? Блин. Ну что, играем в рандом. Давай лучше в торс. Оливия. 230 в торс. И похер абсолютно. 230 в торс. 260, нормально.
Нормально. Башку зато можно отрезать. В домике мужик просил голову лесника и священника. У него еще коллекция голов на стене. Он ничего не дает? Он что-то дает. Но я не помню, что, и мне лень выяснять, что он там дает. Да и пофиг как-то. Ну нет, с призраками драться я точно не собираюсь. Оливия, мы используем твой лучший скилл. Беги. Беги как можешь. Закрыто с другой стороны. Ну, деревянные двери ломать мы не будем. Не хватает у нее на это силёнок. Да блин, уйди. Как мне сквозь тебя пройти-то теперь? Оливия пытается сбежать, и у нее это получается. И у нее это не получается, а этого призрака убить нельзя, по-моему. Соответственно, мы в дерьме. Ну да. А, так она по голове бьет. Тогда не вопрос. Могу тебя захёртить. И это все? Жалкое посмешище. Ну все, похоже, сезон охоты за головами снова открыт. Как любит поговаривать Оливия, мне нужны ваши головы. Книги в порядке, но ничего интересного. О, второй том алхимии. Это мне надо. Так, второй том алхимии. Бла-бла-бла, очень интересно. Рецептики крафта. Угу. Из желтого говна можно себе наприготавливать что-то. Сделаю одну желтую бутылку. Ага. Синюю тратить как-то нет особо настроения. Смеси разные, конденсаты. Из лаванды можно зафигачить себе конденсат. Это, видимо, уже яды пойдут. Ну, это точно яд. А вот это не уверен. Ну, вроде все. Вроде все. Надо бухнуть, Оливия. Надо бухнуть. Я бы тоже не отказался, конечно, но не слишком далеко тянуться. Поэтому шахник — это пивка раза два. Так сказать, для разгончика. Для рывка. Чего, получается все? Мы в западне. Я просто помню, что ждет меня директор. Вот здесь, вот там, вот в школе. И попадаться директору я крайне не хочу. Как-то нет у меня настроения начинать заново. Хотя, с другой стороны, все равно идти некуда. Больше. Так что, видимо, придется подружиться с директором. Закрыто, с другой стороны. Как обычно. Как обычно. Мелок, зеленая трава. Школу закончил, а фобия осталась. Ха-ха-ха-ха. Смешно. Смешно. Опа. Нет, проваливаться вообще нельзя. О, кайф. Так, я вижу все это говно в полу. Все ок. Осталось только аккуратно пройти, не попав в эти сраные дырки. Мансуем. Они, конечно, быстрые. Но я быстрее. Ведь я на колесах. Шутки за 200. Что-то их слишком дохрена. Они окружают. Они окружили меня, собаки. Так, Оливия, твой лучший навык. Беги. Беги как можешь. Со всех ног беги. Фу. Проканала. Все, мужики, давайте. Ух, нифига себе про лагоны. Это что сейчас было? Да твою матерь. Только не падай. Бля. Хамуха. К.
Все, кобзда. Скелетон. Похоже на трупски ребенка. Он уже давненько сдох. Понимаю. Понимаю. И где я? О как. О-о-о. 8 голов. 6 из них non-contestant. Не в состоянии. Ну, не в хорошем состоянии. Нет, неважные, неважные. Ну, принесем неважные 6 штук. Блин, это офигенно. 6 штук неважных. Пушка. Ой, я смотрю, там 464 пропуска было. 0,1%. Интересно. Ну, это по сети. Это нормально. Так, 6 шардов. 6 шардов — это мало. А если попрейкать? Заканчивайте прейкать. И ничего не происходит. Ну и хрен с ними. Мне нужен крафт. Шарды. Шарды. Ну, целых 2 получается. Маловато. Кто? Да никого тут нет. Это галлюцинация все. Призраки. Призраки, призраки. Догнать меня не могут никогда в своей жизни. Дурацкие лестницы все портят. Как обычно. Ресивер. Включаем радио. Ну, конечно же, оно не работает. А зачем добавлять радио, которое, ну, не работает? Это как-то очень странно. Добавлять предмет, который, ну, не работает. Второй этаж школы. Часы. 14.35. Бляха-муха. Так, Оливия, твой лучший навык. Беги. Я уверен, ты сможешь. Она смогла и вляпывалась. Вляпывалась. Вернее, вляпалась сразу же в нового. Давай еще разок попробуем. Я уверен, у тебя получится. Давай. Бежим, 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 бежим. Блять, зачем я сюда зашел? О. Не-не-не-не-не-не-не. Нет, вы меня не догоните, не. Никогда в своей жалкой маленькой жизни. Бесполезные шкафчики. Опа, рецепты. Рецептики — это полезно. Рецептики, рецептики. Блин, где они? Во. Спидран термины, да-да. Именно он. Традиционные рецепты, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Очень интересно. О. Дверь закрыта усиленным замком. А ключ где? Ты меня не видел, я невидимка. А, это один и тот же класс. Ну ладно. А куда ж идти-то тогда? Что-то я потерялся. Что-то я заблудился совсем. Странная фигня какая-то. А, во, все, окей, я нашелся. Так, где-то здесь должен жить директор. Так, но к директору я не пойду пока. А, впрочем, пойду, пожалуй. Все равно больше бежать некуда. Один из них должен работать. Но не работает ни тот, ни другой. Прекрасно. Здорово, директор. А, вот оно как. Бля. Что-то я не хочу с ним драться. Ну, просто я знаю, что он нас похоронит сейчас сразу же. Бежим. Опа. Удивительно, но Оливия все еще жива. Давай, Оливия, ты сможешь укатить свои колеса отсюда? Да
Да в смысле? Да... Ты почему? Трындец. Поиграли в термин, называется. Ладно. Черт с ней. День третий. Утаем все заново. Документы прихейвельские. Мусор бесполезный, если честно. Рисовать на этот раз ничего не буду. Бессмысленно. Все равно не помогает. Ну, в смысле, не работает. Там нужны определенные знаки свои какие-то. Для этого круга конкретно. Так что хрен с ним. Пойду в канализацию. Я в канализацию еще не был. Что нас ждет в канализации? Спуститься. Так. Чё-то это место похоже на бункер. Я надеюсь, это не он. Сундучок. Ну, допустим, орел. С дополнительной монеткой. Хер там тебе, а не орел. Понимаю, понимаю. Рандом после перезагрузки решил отбросить коньки на время. Хотя и не факт. Посмотрим, как поведет себя игра. Нет, это не бункер, это стандартное подземелье. Правда, есть одно но. Да, вот оно, выглядывает из воды. Я Леви. А, чё за нах? Получится ли убежать? Тебя же огнестрел был, мог расстрелять директора. Так меня в дверь засосало. Да, блядь, хомуха. Ух, ё. Как тебя жизнь-то потрепала. Пойду я, пожалуй. Бывай. Да ка, сраные кирпичи. Давай, Оливия, ты сможешь. Уйди, отстань, бочка. А, нет, не бочка, кирпичи. Спасите. Помогите. Где я? А, дебильные кирпичи опять меня засосали. Ладно, придется с ним драться. А, по рукам. Промах. Было близко. По рукам. Отлично. Башку. Так, он трогает телом. И он меня еще и сбросил. Прекрасно. Вообще великолепно. Вот тебе тогда за такие приколы корнями похлебал. Мне на такое даже не жалко потратить пивка. Так. Винтовка, патроны и джампсьют. Прекрасно. Некромантию использовать, конечно же, не получится. Несмотря на то, что она изучена. Хер тебе, а не некромантия. Ладно, хоть башку отрежу. Дэмс. А как тебя... Тренчган? Это дробовик, что ли, траншейный? Жесть. А где... Все пивко. Пивко это хил. Я так в детстве от кровососа бегал по подземке Агропрома. Да-да, расскажешь. Ух. Важно только не шифтить больше. Медвежьи ловушки. Капец, я заряженный. Ух, я таких люлей навтыкаю кому-то, кто попадется мне на пути. Вообще, мама, не горюй. Ну, теперь Оливия с дробовиком. Мне кажется, не может быть ничего хуже встать на...
Пути Оливии с дробовиком. Это что за хрень? Пчеловод. Не надо меня хлопать. Ну, яд-то не страшен. Важно его застрелить нахрен. 440, а ему вообще похер. Максимально. Сначала прочитал, как биркипер. Ну. Я не удивлен, ни хрена. Попробуем его в башку зарядить напоследок. Он все равно нас добил. Ну, конечно же, это промах. Хлоп, и Оливия отдыхает. Заново. Снова опять заново. Так, 11 тушенок, бла-бла-бла. Покинуть. Обожаю лутать все заново. Это же так увлекательно. Так увлекательно. Так, трэнчган я имею, да? Окей, давай попробуем твой план. Пойдем валить директора дробовиком. До школы я как-нибудь уже доберусь, наверное. Где, кстати, в нее вход? Надо вспомнить. Заодно по дороге полутать всякое разное полезное. Мода. Деньги. Старуха, которая клещет деньги, сидит на деньгах. Какова ирония. Сзади нее буквально стоит коробка, а в коробке лежат деньги. Жесть. Ну вот как так? Так, нет, в трап я не пойду. Дурацкие зонтики вы меня не поймаете никогда в своей жизни. Я пойду дальше. Я бы даже сказал, поползу. Побегу. Ой. Чешется нос. 303-й. Очень хорошо. Очень-очень хорошо, я бы даже сказал. Такой заряд мне нравится. Это классно. Мелок, тухляк. Школярды. Школярды, что? Так, и чё тут? Кто тут есть? Я не буду даже трогать шкафчики, ну их нахрен. Важно просто не попадаться в дыры и попытаться заэвейдить вот этих упырей. Упырь номер раз. Давай сюда. Так. Как бы нас не зажали сейчас. Все ок. Жалко дверь не закрыть. Было бы полезно. Упырь номер два. А, и три. А, и тут еще и ты. Тварь, вот ты тварь. Пиромантия на ней сработает? Ну, конечно, сработает. 10 раз сработало. Ладно, реваемся и... собственно, хёртим её. Хёртинг должен сработать. Хорошо. Жалко, полутать нельзя. Мне нужно пиво. Без пива тут грустно. Пивка жахнем. Да я думаю, хватит, наверное, да. И надо сразу приодеться. А хотя нет, приодеваться пока нельзя. А то как шифтанешь и прощай выстрел. А выстрелы, они не бесконечные. Ого, граммофон какой-то. Закрыто. Блин. А я музыку послушать собирался. Ну вот. Это толчок, это я помню. Я вроде не туда. Кровати. О, нет, 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 нет. Не-не-не-не-не-не-не-не. Не хочу. Вон, а наверх. Так.
И в обход. Да ядрить. Все, ты меня не поймаешь. Я быстрее, чем ты. Я быстрее тебе. Ну, в смысле, что бегаю быстро. Это же Оливия. Оливия кого хочешь обгонит. У нее есть 4... В смысле, 2 колеса и 4 конечности. Даже голова на плечах. Удивительно, правда? Хотя и не факт. Так, оптимизируемся и пытаемся застрелить упыря. Граница где-то здесь. Кончились патроны. Нет, тренчган. Вот мне не нужен тренчган теперь. Вот это нужно. 2. Да ему вообще, по-моему, максимально насрать. Так, что у меня еще осталось? Это я растратил, это я растратил. А, собственно, все. Нету даже пистолетика. Офигенно. Просто офигенно. А куда делся 9-миллиметровый ему пистолетик? Что за фигня? Очень странно. Дай-ка я забафаюсь перед боем с этим ублюдком. Где мои бафы? Мне бы еще вспомнить, как бафаться, и было бы вообще отлично. Рецептов нету. Лавендер. Я не налутал. Я не налутал таблетки. Бляха-муха. Да как так-то? Суисайд. Не надо делать суисайд. Так, бафы, 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 бафы. А тут ничего нет для бафы. Ну, что я могу сказать? Нам кабзда. Пойду хоть оружие отравлю. Хотя я вряд ли буду драться отравленным оружием, но это хоть что-то. Это хоть что-то. Так, с пивко. Ну, напоследок, я думаю, можно и мясной пирог съесть. Понеслась. Даже это не граница, кстати. Вот где-то граница. Ладно, учтем. Перемантический трюк тебе в башку. Будем надеяться на рандом. Если рандом проканает, то будет очень хорошо. И рандом проканал. 94. Хорошо. Промах. Промах. Отлично. Шикарно. Великолепно. Можем понадеяться на еще один рандом. Либо подождать корни. Дворевое нужно. Так, я, наверное, буду ждать корни. Наверное, буду ждать корни. Пиромантия в башку. Если рандом проканает второй раз, это будет просто что-то с чем-то. Не канает. Не удивлен. 25. 32. Отец Хьюго снимает свою одежду. О как. Это ты интересно придумал. Реф-реф. Корни. Что ж, ему абсолютно насрать вообще на все. В первой части был лук у варвара, который также отрывал руки-ноги всем, кроме врагов, в броне. Понимаю. Понимаю. Ну, это фиаско, что я могу сказать. Получается... Что? Что? Ничего не получается. Я молодец, да? Я в прошлый раз люгер не взял. Понимаю. Понимаю. Ладно. Ну, кстати, очень странно. А во что я тогда расстрелял дробовик?
Я же определенно в него точно попал. Несколько раз причем. Это как-то, ну реально странно. И куда мне теперь идти? Что еще более важно? Синяя бутылка, орнамент какой-то, монетка, пустой ящик. Пошли направо. Вот прям вот, вот пойду. А, понятно. Никуда я не пойду. Хотя, тут есть мода. А, да, точно, это тот магазинчик с кончимонстром. Не хочу кончимонстра. И все, собственно, тут какие-то ворота. Чуть дорога. Там же снизу было сообщение, что твои выстрелы для него словно шутка. Я не видел, если честно. Вообще не заметил, что там что-то было написано. Ого. А я, кажется, тут был. Странно. Да, там головы отрезанные. Триста третий, мухоморы. Так, ее лучше не агрить. А куда ведут вообще эти каналы? А дальше? Сюда-то я и так могу прийти. Фонарь. Потрошки. Мясцо. Так, блин. Ай. У меня есть карта вообще. Где я? Шоппинг. Район шоппинга. Национальный музей. Приют. Так это не школа, это приют. Окей. Ладно, тоже учтем. Получается, мне назад. Я вообще сходил бы сейчас в музей. Но туда хрен пройдешь. Хотя попробовать можно. А может и нельзя. Видимо, не отсюда. Ладно. Хорошо. Ладно, хорошо. Это я обязательно учту в музей. А у тебя есть пушкинская карта? А что это? Никогда не сталкивался. Необходимости не было. Мне надо как-то пролезть направо. Но меня не пускают. Ну тут мода, понятное дело. Тут звонарь. И, собственно, все. Оливия, не голодай. Можно прям хэштег такой запустить. Отсюда я пришел. Это я уже вниз куда-то ушатался. А как мне пройти к музею-то? Дурацкая карта. Опа. Зацепило. А можно я это? Можно я пойду? До свидания. Спасибо. Да как ты? Как? Чё? А как он так быстро очухался? Воу. Скоростной ублюдок. А? Странно. Бляха-муха, я зашел в кончедом. И дверь закрылась. Ну ладно, будем решать загадки кончедома. Чё поделать-то? Ключи. Мастер-кей. Отлично, мастер-кей мне нужен, мне пригодится. Так, подвал кончедома.
Да-да, я помню это прекрасное место. Мастер-ключ нам поможет, но зачем? Вот эта дверь, вот зачем? О, коробки. Вот коробки — это полезно. Коробки — это хорошо. Только они обконченные. А значит, потрогать их нельзя. Стиралочка. Стирал очка. Так какой, говоришь, где говоришь, искать код? Похоже, бойлер давненько не использовали. Еще бы. Видишь, какой белый весь зарос. Там где-то надо было это самое. Да. Расскажешь. О, телек. Ай, не та комната. В комнате наркомана подсказка. В комнате наркомана? А где тут нарк? Не помню никаких нарков. Да, этот репортаж я уже видел. Можно его пропустить? О, ну давайте посмотрим мультики, давайте. Почему бы и нет? А мы находимся среди места происшествия. Посреди города Прихэвилл. Бла-бла-бла. Апартаменты 2, 6 и какой-то там еще. Холодильник с белой бутылкой. Нет, нет, открыть нельзя. Не существует. Ну ладно. 2, 6 и что-то там еще. Комната наркомана. Пойдем искать комнату наркомана. Комната наркомана. Она здесь? Закрыто на простой замок, но у меня есть мастер-ключ. Если Карин будет в пати, она скажет, что никогда не была в Прихэвилле и не записывала этот репортаж. Остается только посочувствовать Карин, потому что, ну... Она была в Прихэвилле и записывала репортаж. А может быть, это все кончик галлюцинации. Что это за апартаменты? Какой у вас номер? Номер 2. Апартаменты номер 2. Что... от меня хочет игра здесь. Обконченное растение повсюду. Так. Это все не то, это двойники. Это не двойники. Опа. А я могу тебя ушатать? А я могу тебя ушатать? Давай попробуем. Башку некромантия. Ой, в смысле, пиромантия. Ща, промах. На. На. Еще язык высунул. Ну, ты тварь, конечно. А получится ему по рукам съездить? Получается. А, лизать меня зачем? Блин. Ушатало. Слушайте, ну... Есть одна небольшая беда, проблема. Мне идти некуда. Вот прям вообще некуда. Кончедом — это понятно. Ладно, я могу разгадать загадку кончедома. Это в целом не проблема. Но дело в том, что мне лень. С другой стороны, школа, в которой директор которого, ну, собственно, не убить. По крайней мере, пока что. Кстати говоря. А, она уже со знаком. Ну, тогда ок. Тогда ок. И больше, собственно, никуда не попасть. Так что я что предлагаю? Я сейчас завершаю эту серию. Мы с вами, вернее, я посмотрю, что там, к чему и куда вообще идти. И... Потому что я уже устал от этой игры, вот серьезно. Она меня заколебала. Этот абсолютный рандом меня достал уже окончательно.
Вот ты дерешься против босса, у тебя канает рандом пиромантии в башку. Он берет и умирает. А вот ты дерешься с боссом, и пиромантия не канает, и зависит это от того, как звезды встанут. Не очень это мне нравится. Вот. Поэтому продолжим с вами в следующий раз, ну а пока что такие дела.